Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие. Покажи маршмеллоу. Покажи маршмеллоу. Маршмеллоу показываешь? Как канал наш называется, Ди? Baby Go! И сегодня у нас челлендж. Мы снимаем по вашим просьбам пухлый гугл. Будет так называться этот челлендж. Пухлый гугл. Значит, задача такая. Мы кладем по одной штучке в рот и пытаемся сказать, у нас будет слово Baby Go. У того, у кого первого Google не распознает то, что он сказал, тот и проиграл. Наказание. Мы берем ножницы, берем скотч и заклеиваем рот проигравшему. Будь здорова. Правда, спасибо. Мама. Спасибо. Давай, для чистоты эксперимента сейчас проверим, как работает Baby Go. Вот, показала. Теперь у мамы. Baby go. Baby go. Оно. Все, у нас распозналось. Теперь поехали. Ладно. Начинаем. Кто первый? Я, да? Давай сразу возьмем в рот 5. Дисаложим. Да, пожалуйста. Берем 5 в рот. Держи. 4, 5. Поехали. Спасибо. Я в петлю говорю. Давай. Не, что ты ее себе? Baby go. Так, у меня нормально. Блин, они будут расплавляться сейчас. Ничего не знаю, давай. Вот так, включай, клади в рот. Угу. Baby go. Где такая она? Ты там Baby go показала? На чём же сказала? Baby go, я сказала. Хорошо. Я беру еще одну штучку. Давай сразу по 5 отчём. По 5? Ну, смотри. Посчитай. 4, мам. 5. Мам, 4, 5. Так? Не ходит. Я готов. Да. Я готов. То 10 штук уже во рту. Так, передам. А что это написано? Baby go. Baby go. Как у меня познала. Мам, что ты сказала, папа? Это baby go. Теперь мама. Baby go. А что ты сказала, мама? Все то же самое. Мам, напиши там baby. Распознала. Угу. Я 5 беру. Беру 5. Baby go. Папа, что ты сказал? Я сказал baby go. Ты взяла 5 штук? Да. Не по 6 штук вы. Не, надо что-то по-честному. Не по 5, давай. Не по 6, пап. Я 5 положил. Потом папа 6 возьмет. Пап, возьми за это 6. Baby go. На чё ты сказала? Так, пока все нормально. На чё ты сказала? Продолжаем. На чё ты? 6, да? Чё ты сказала? Baby go, я сказала. Мам, 6 ты? Денис, не умею ничего. Денисочка, сейчас тихонечко, а то папа проиграет. Давай. Baby go. Пап, у меня пап, все нормально. Пап, что ты сказал? Я сказал baby go. Теперь мама. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ты взяла? Угу. Где ты берешь 6? Baby go. Что ты сказал, мам? На что ты сказал? Baby go. Мама, получилось baby boo. Еще раз покажем. Провал, я же нормально сказала. Baby boo. Baby boo. Мама проиграла. Ну вот, мало того, что то, что у нее есть во рту, надо пожевать. Но мы еще и до конца заклеим рот скотчем. Мама! У мамы рот в скотче. Друзья! Мама не может говорить. Челленджи пухлый Google папы wins, мамы lose. Ну а мы с вами прощаемся. Ставьте нам пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои самые интересные комментарии. Спасибо. И конечно нажимайте на колокольчик, чтобы сюда в курсе наших самых свежих новостей. До новых встреч, друзья. Пока-пока.